аурудан жазылған адамдарға қандай кеңес береміз, экранға қарайық. Упражнение нужно, необходимо делать лицам старшего возраста, переболевшим пневмонией или бронхолегочные заболевания на стадии долечивания, скажем так, уже стадии выздоровления. Это упражнение берется обычный одноразовый шприц, убирается игла, убирается поршень. Желательно брать 50-граммовый шприц. При этом широкую часть мы ложим в рот, узкой части мы должны снаружи держать. Делаем вдох носом, выдох ртом. Делается это все не спеша, делается это в спокойном состоянии, в 3-4 приема. Затем отдыхать. И так делать нужно в 3-4 раза с отдыхом. Показываю. Вдох носом, выдох ртом.